поехали. Дай Бог, нам погода позволит, может, выйдем на землю. Пока вот искусственное поле, все аккуратно. И мы аккуратно, не можем мы сейчас дать вам какую-то работу, сейчас все поддерживающего плана, потому что понимаем, и так большая нагрузка на суставы, на колени после искусственного поля выходить. Видели, какое динамо там поле вчера. Лучше оно не будет. Да. Точно? Получше. З першого разу. Толя знімає з першого разу. Ні, типу, ви... Не вистачив об'єктив в частині того коліку. Типу, от це перший раз. О, вираз. Поїхали, вже рік часу ніхто ще гостя не запросив. Особливо на кучері, бо чудак живе в першому разі. Просто не запросив ні разу. Нагрузка, де води? Та лега место. Палыч, он делегирует. Что там в театре было, Мишань? Дошла, Юрич. Да, я видел. Я вот держу мяч, он не падает, дошла еще. Снимать напряжение, Суля. Выдай! Це у нас індивідуальні батарейки для футболістів, щоб швидше бігали. Да, щоб быстрее вже, ніж Вова, звісно, тяжело себе придумати, але попытаюсь. Да, зараз тільки узнаємо всі. Всі датчики включені. Ой-ой-ой-ой. Побіжали. До 13 мені давайте більше. Нічого смішного. Розкажу вам одну історію, слухайте. Да, Согласен, Тём? Там не было гола. Какой не было гола, бля, мяч? Мяч, который возле лежал. Я рядом. Там бьётся. Он стоит.
штанга, и возле штанги и возле ворота. Мяч. Если мяч залетает в ворота, то куда он начнет ударился? Перед штангой. Перепутер, а может выжмешь? Да! Чудак взял мяч, побежал на ту половину, а на те ворота с мячом. Выбил, я тебе шипиком туда. А я еще, не, я еще не выбил, я ждал, что делать. Погнал понял? Полу, где, да, Люк? Да. Ходит, расслабляется. Я так закричал. Смотри, что так нет, так он лежит, все, так, так смотрит все, на ногу, как будто он на автобазе. Я думал, там что ворота упали на кого-то. Опять говорю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сколько там? 16-2? Что ты смотришь? Провели мы игру с Ворсклой, достаточно неплохой матч получился, несмотря на то, что сложные погодные условия, ошибки, понятно, что они всегда есть. И в этой игре я считаю, что нам очень эффективно удалось противодействовать их длинным передачам, те передачи, которые адресовались игрокам, открывающимся за спину. Мы все своевременно отскакивали, своевременно был отскок линии обороны, агрессивно работала группа атаки. Там Запорожец, Сеченава.